Новые случаи сонной болезни в селе Калачи с 29 августа в больнице района и Акмолинской области. С диагнозом энцефалопатия неясной этиологии попали еще 15 человек. Причем только 1 сентября после школьной линейки заболели сразу 8 детей. Младшему из них 2,5 года, старшему 14. Общее число пострадавших уже достигло 60 человек. На месте вновь работают комиссии, берут анализы и пробы. К слову, только в этом году проведено около 500 исследований на содержание токсичности газов. Остальные все калачи. Эти больные играли на улице, поливали огурцы, копали картошку, рыбачили и так далее. То есть в основном находились на улице. Раньше в закрытых помещениях. Раньше мы, если думали, что это влияние каких-то природных инертных газов, в том числе и радона, то сегодня это не можем сказать. Обследовали гаммафон, радон. Все оказались в пределах нормы. Докладывал также акиму области о происшествии ситуации. Значит, аким области дал указание, чтобы изучить полностью и по возможности расселить людей, выделить средства для этого и снести старое жилье.